4 по 24 июня на базе средней школы номер 8 свои паруса поднял корабль, а вернее детский лагерь под названием «Бригантина». Лагерь принял сразу 130 ребят от 6 до 10 лет. С первых дней ребята отправились в увлекательное путешествие, связанное морской тематикой. За 3 недели девчонки и мальчишки освоили, кто же такие коки, боцманы, лоцманы, юнги. Проведено множество конкурсов. Итак, дорогие ребята, наверное, каждый из вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы выполнять любую работу, читать любимые книжки, посещать кружки, бегать, плавать, забыть о головной боли или о насморке. Хотите? Да! Как вы думаете, а что для этого надо? Пожалуйста. Нужно есть больше фруктов. Так, а давайте скажем одной фразой, не будем называть по отдельности, а вместе, Катя, вести здоровый образ жизни. Замечательно. И заботиться, конечно, о своем здоровье. Какие вредные привычки вы знаете? Так, называем, пожалуйста, Егор. Вредные привычки — есть сладости, курить, пить. Так, ну прямо все вместе назвал. Катюша. И не надо много бегать, чтобы легкие не пить. Так, вообще спортом нужно заниматься? Да, ну, в меру, да? Скажем так. Пожалуйста, Настя. Так, да, не нужно это делать. Говорить неприличных слов тоже не нужно, правда? Чтобы не портить настроение ни себе, ни тем, кто рядом. Ну, еще, Катюша. Еще, что перед едой или после еды, или после прогулки с животными надо успокоиться. В лагере просто супер. Мне нравится очень сильно, особенно конкурс. А, ну-ка, парочки. Что это за конкурс был? Это когда пара, мальчик и девочка, выполняли разные задания на сцене. Следам бериндея, когда мы всем отрядом бегали и выполняли задания. В день нашего приезда в гости на Бригантину в рамках акции «Здоровый я, здоровая семья» проводился День здоровья. Я в лагере первый раз. Мне очень интересно. Я пела на концерте и победила в конкурсе «Русалочка». Я заработала уже 6 призов. Я с мальчиком дружила на самых ранних лет. За ручку с ним ходила, всегда в руках букет. Дарил он мне конфеты, завязывал банты, рассказывал секреты, мы были с ним на «ты». Меня зовут Данила. Очень приятно. Расскажи, пожалуйста, как тебе в этом лагере отдыхается? Мне в этом лагере очень понравилось. Я в этом лагере уже очень много раз. Мне особенно нравится, как нас кормят. И особенно мне нравятся спортивные конкурсы, которые проводит Жанна Николаевна. Тут много интересного. Тут можно в свободное время почитать, порисовать, поиграть. В это же время в другом отряде играли в «Поле чудес». И вопросы, отмечу, были подобраны для детей, которые очень дружны с книгами. 3 буквы «К» в древней Руси обрабатывали рану. Раньше не было ни йода, ни зеленки. Чем же обрабатывали раны? Разрешаем 150 баллов. Итак, пожалуйста, буква нет, эту букву вращаем барабан. Есть они и дикие, и есть они сейчас уже. Выращиваются при помощи людей. В доме как живут. А вот переход хора, бокрот, вращаем барабан. И вот эти дикие, и которые в доме как живут, что надавали? И вот это то, что они давали, намазывали на раны, обрабатывали раны. О, нет! Мед! Аплодисменты! Мед! Итак, этот Никита. Ну, а чего с ним слышали вы? Первый класс? Да. Да, первый класс. Этот Никита выходит в финальную игру. Ника, я в лагере была уже много раз. Мне нравятся конкурсы, мероприятия. Что тут такие общительные дети, добрые. Есть кружки, рисование, труда. Ты на какие ходишь кружки? Ну, труда. Мне это больше нравится. Что ты там делаешь? Расскажи. Ну, мы рисуем, делаем поделки. На паруснике здоровья отправляемся дальше. Когда детям дают возможность проявить свои знания и научить кого-то, все подспудно приобретаемые знания впитываются как губка. Мы случайно свой корабль затопили. Нас напало огромное осьминог. И мы с ним смертельно дрались. А потом мне заболел живот.
Надо меньше мяса акулы есть. Сколько акул ты съел? 5.5. Маленьких? Ага, маленьких. Вот таких. Ну, неудивительно, ребята, что заболел желудок. 5 вот таких акул. Какой ужас, уважаемый пират. Что уже, мама, пират, вспомнил? Что случилось уже у тебя? Мой зуб, больно, больно, больно. Уже зубы болят. А ты вообще зубы чистишь? А это что, не пушка, чтобы их чистить? Пушка. Пушку он чистит, а зубы нет. Руки не мыты, волосы растрепаны, тетради залиты, носки не заштопаны. Как назвали ученика? Правильно. Надеюсь, все дети наши чистые и аккуратные. Здоровья вам всем. Меня зовут Коля. Мне очень нравится в этом лагере. Хоть и в этом лагере первый раз. Тут очень много конкурсов. Есть физкультурные конкурсы. И очень много кружков. Я хожу на физкультурный кружок. Там мне очень нравится. Мы играем в баскетбол и иногда играем в футбол. Мне тем, что лагерь нравится, что тут красиво, дети красивые. Это с ними очень интересно играть. Ты с кем-нибудь подружился? Я вот подружился вот с Даником. Он очень сильный и это, как сказать, красивый. Это мы ходим на соревнования. Кроме всевозможных конкурсов, игр, есть время для развития своих творческих способностей. В лагере действуют кружки «Волшебная кисточка», «Очумелые ручки», «Юный олимпиец». Мне очень нравится в лагере, потому что здесь очень много ребят очень много соревнований. Завершился один из лагерных дней конкурсом «Чемпион лагеря», где каждой команде выдан лист со станциями. Лучший прыгун, меткий стрелок, лучшее вращение обруча, прыжок с места, бег 15 метров, метание вдаль. Педагоги и работники лагеря прилагают максимум усилий для того, чтобы нашим детям было интересно, весело и комфортно, чтобы летний отдых дети провели с пользой. То есть мы постарались показать все в такой дружной спайке, в дружной связке, все, что связано со здоровьем. Это и часть относится к спорту, часть относится к здоровью, здоровому образу жизни. И если вы посмотрели на нашем лагере «Бригантина», все на морскую тематику. Поэтому сегодня я путешествую на паруснике здоровья. И детям очень нравится игровая форма работы. Конечно, сегодня на линейке встречали адмиралы, капитаны. Вот наши мичманы.